В Международный день добровольцев президент России объявил волонтера года. Сейчас в Москве проходит форум «Мы вместе», на который приехали волонтеры из десятков стран. Кульминацией форума стало вручение премии «Волонтер года», на которой президент лично объявил победителя. Им стал врач-педиатр Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей. Президент также поздравил всех с Днем волонтера, напомнив, что праздник отмечается в России уже в пятый раз. Только в этом году на соискание социальной премии «Мы вместе» поступило более 25 тысяч заявок. А всего волонтерской деятельностью в России занимаются около 2 миллионов 700 тысяч человек. Замечательная молодежь, душевная, щедрая, деятельная и эффективная. И День добровольца – еще один повод сказать им спасибо. Я хочу поблагодарить команду моих замечательных врачей. Все будет хорошо.